Спрашивает молодая женщина меня о том, что вот разболелся желудок, что она когда еще училась там в техникуме, питалась плохо, не следила за питанием, уже там начались проблемы, которые в конце концов вылились в то, что начал желудок болеть, вынуждена была обратиться к специалисту, который исследовал, сказал, что начинаются эрозивные явления и так далее, и так далее. Вдобавок еще сообщается попутно, что значит там и алкоголь употреблялся, и имеет место пассивное курение. И плюс вот эта вся еще мешанина в питании. И вдобавок, когда еще все это приправлено сильнейшими переживаниями по жизни, приводит к тому, что желудок превращается в большую проблему. Опять-таки были исследования у нее, смотрели, что начинается эрозивный гастрит, и что она не съест, то все вызывает рвоту. Как в этом случае поступать? Да, кстати, она еще сказала, что такое впечатление, что мой желудок не переваривает мою жизнь. Так вот, в первую очередь, надо сделать так, чтобы ваш желудок и ваша жизнь вам самим нравились. Вот несмотря на то, что различные моменты бывают там и плохие, и хорошие, и все это, но это ваша жизнь. И это все важно принимать, рассуждать, для чего это вам дано, для чего это дано, и не отвергать. То есть, когда вы отвергаете умственно, это все, как бы сказать, сказывается и на работе желудка, он уже начинает отвергать это чисто физически. Вот, то есть, чтобы ваша жизнь, какая бы она ни была, плохая и хорошая, вы ее принимали. Важно принимать. Как только вы начинаете принимать свою жизнь, то ваш желудок уже начнет и принимать пищу, которую эта жизнь ему дает. Это раз. Второе. Надо исключить это разного рода волнение. Опять-таки, к волнениям относиться, переживаниям, волнениям адекватно. Что та или иная ситуация хочет от вас? То есть, вы попали в какую-то ситуацию, в которую вы не знаете, как ее решить, и поэтому начинается волнение, начинается ее неприятие, начинается вот какие-то там размышление, какой-то негатив. Вот чтобы этого не было, вы должны все свои жизненные ситуации также принимать. Это касается как бы и первого вопроса, что вы принимаете жизнь, принимаете все, что она вам приносит. Поток жизни, раз, как вода. Ага, тут камни катятся в воде, тут, значит, бревно плывет, тут там коряга, тут затор. Но все это естественные атрибуты нашей жизни, значит, надо их принимать, надо с ними уметь справляться без лишних таких эмоциональных выплесков. Ага, эту проблему так решаем, эту проблему так решаем, туда-сюда, и оставаться спокойным. И тогда это не будет вот эти вот переживания, волнения отражаться на энергетике вашего организма, не вызывать в нем бурю, когда человек сосредотачивается на себе, на своих проблемах, он, естественно, сосредотачивается на центре, а в центре у нас как раз желудок, 12-перстная кишка, печень, поджелудочная железа, и тут начинаются проблемы. Так вот, чтобы здесь не было проблемы, решайте то, что к вам приходит, рассудительно, логически, то есть везде должен быть присутствует анализ, синтез, и дальше выходим из ситуации, так, ясно. То есть исключить эмоциональное волнение, и причем не просто их отбросить, а их надо понятийно проработать. Не отбросить это мне не нравится, а проработать умственно, чтобы у вас вот это шло. Это две разные вещи. Когда вы умственно прорабатываете, вы проблему усваиваете.
значит, и желудок усваивает. Когда вы эту проблему не прорабатываете, она вам неприятна, вы ее пытаетесь обойти, выбросить из своей жизни, естественно, желудок пытается выбросить пищу из своей жизни, из желудка. Как непереваренную. Не переварили проблему, не переварили пищу. Запомните, это две вещи, которые идут рядышком. Третье, это исключить заведомо вредные продукты, которые влияют на слизистую оболочку. В первую очередь это алкоголь. Что делает алкоголь? У нас желудок изнутри покрыт слизью. Слизь защитная, которая защищает стенки желудка, можно сказать, от воздействия соляной кислоты, своих же желудочных соков, чтобы сама стенка не переварилась. И вот эта слизь должна в какой-то мере, она должна быть. Больше или меньше там. Но когда мы с вами начинаем употреблять такие продукты типа алкоголя, который является естественным растворителем, то мы эту слизь уничтожаем, уменьшаем. Мы добираемся, снимаем эту защитную слизь с помощью алкоголя, если там употребляем, и добираемся до стеночки желудка. Естественно, он начинает портиться своей же соляной кислотой, своими же пищеварительными ферментами. И что возникает? Возникает раздражение, возникает эрозия, возникает в конце концов язва. Это надо понимать просто-напросто. Зачем это вам надо? Или как говорил Иван Васильевич, меняет профессию, закусывать надо хорошо, а не пить натощак. От этих вещей надо вообще-то избавиться. Сократить их до минимума, только на праздники. Если вы хотите иметь здоровый желудок, не хотите иметь, вот я хочу, как бы сказать, я застал такую жизнь, везде тут все там, грубо говоря, бухает, люди курят, и я тут буду веселиться на праздники жизни, все это там. Но этот же процесс требует, будем говорить, наших жизненных сил, которых у нас уже недостаточно. У нас недостаточно, будем говорить, защитной слизи, на то, что если мы часто там выпиваем, у каждого тем более свой собственный желудок, он по-своему реагирует, у одних нормально, у других там ненормально. А если мы тем более изо дня в день это все делали, то имеет какие-то пределы своих запасов, своих резервов, они исчерпываются и все начинается. То есть убрать эти продукты, желательно раз и навсегда убрать. И, наконец-таки, разобраться далее. А что ж вы едите, в конце концов? Как вы едите? Чтоб у вас не было того, что вроде бы нормальные продукты питания, но в сочетании, во взаимном, превращается в какую-то гремучую смесь, которая требует настолько много соляной кислоты, желудочных соков, которые уничтожают эту слизь. Плюс, если вы еще запиваете, вы все там смываете, понимаете? То есть соблюдать просто-напросто технологию употребления пищевых продуктов. Даже ничего там особо лечиться не надо, какие-то обволакивающие средства, какие-то средства, подавляющие там бактерии, вот эти хеликобактер, ничего этого не надо. Просто-напросто нормализуйте свое питание с учетом того, как у вас идет пищеварение, чтобы вы здесь хорошенько пожевали, смочили, проглотили. Далее у вас началось пищеварение. Чтобы вы потом не запили чаем, кофе там, или компотом, или еще чем-то, и не разбавили желудочно-кишечное содержимое, не смыли его вниз, оголив тем самым стенки желудка. И все восстановится, клетки желудка восстанавливаются очень быстро, если все делать правильно. Буквально таки они восстанавливаются где-то там, обновляются, вернее, в течение суток, если не меньше. То есть, если вы правильно себя ведете, уже за сутки произойдут обновления.
А если вы неправильно ведете, то она будет все это длиться годами, и все будет хуже, хуже и хуже. На эту тему я написал массу книг с позиции физиологии. Вы все это можете дополнительно почитать в библиотеке, чтобы разобраться, понимаете. Но надо соблюдать технологию жизни. Одно из направлений, которое заключается в правильном приеме пищи. Жидкости идут до еды. Вы что-то, если хотите пить, выпили. Далее желательно салат или там тушеные овощи. А потом уже там что-то там используется одно. Либо крахмалистая пища, либо белковая. То есть с овощами все сочетается. И белок сочетается хорошо. И крахмал сочетается хорошо. И все нормально переваривается. Если же белки, крахмалы соединяются, то в организме должна, вернее, в желудке образоваться такая среда, которая бы как-то все это переварила. И только хороший, такой здоровый, мощный желудок может это все переваривать годами, десятилетиями. Но, увы, это не у всех бывает. То есть тут уже надо посмотреть правильное сочетание пищевых продуктов, которые просто, ну что, их буду перечислять, когда написано. Посмотрите все, как, что, с чем сочетается, и это сразу же даст облегчение на пищеварение и, в частности, на восстановление желудка. Так что будьте мудры, ничего сложного нету, все надо применять, и у вас все будет получаться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!